181 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 72, Мончегорске – плюс 27 и Оленегорске – плюс 21. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Она напомнила, что вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения, сообщает информационное агентство РИА Новости. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировалось 43 миллиона человек. Глава правительства во время заседания Президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 миллионов полных комплектов вакцин. Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, по его словам, увеличено количество коек, оснащенных кислородным оборудованием.